Всем привет. Вот уже прошло около 3 лет, даже, наверное, больше, после того, как появился этот термос, стакан, кружка. Но сегодня тест не об этом. Тест о том, что прошло ровно 24 часа, как я залил сюда кофе. И попробуем, насколько он держит. Заливал теплый, но, скажем так, градусов 80. Сейчас, по ощущениям, градусов 60. И прошло всего лишь навсего 24 часа. Для нержавейки это очень даже хороший показатель. В общем, подытожим. За 3 года нещадного использования и зимой, и летом термос не утерял своих возможностей и все так же хорошо работает. Нержавейка, конечно, уступает стеклу в этом плане в удержании температуры, но тем не менее нержавейки хватает даже после 3 лет использования. Конечно, сутки я не держу, я обычно готовлю кофе и буквально через 2 часа выпиваю, поэтому именно в этот раз на сутки я не стал заливать кипятком, а всего лишь навсего заправил его разбавленным кофе, разбавленным холодной водой. И тем не менее он все равно остался теплым. Поэтому, кто надумал себе покупать, ищите в Ашане достойная альтернатива. Бумажным стаканом, не проливается и вообще очень хорошо держит тепло. Всем пока. Подписываемся на канал, ставим лайки, добавляемся в друзья.